триумф белорусских биатлонисток. Женская сборная завоевала на Олимпиаде золотые медали в эстафете. Перед последним этапом они были только четвертые, но за дело взялась Дарья Домрачева. Прийти к финишу первой ей не помешали даже три промаха на огневом рубеже. Она в результате обогнала преследовательниц на 11 секунд и финишировала с флагом в руках. К счастью, мне удалось справиться с этими мишенями и подарить радость нашим болельщикам. Просто нет слов. Я до сих пор не верю, что под конец этой сложной Олимпиады мы подружились с ветром, с этими погодными условиями, с этим Пхёнчаном. Дарья Домрачева – это лицо мирового биатлона. Белорусская спортсменка уже к 27 годам изменила представление о возможностях стреляющих лыжниц. На играх в Сочи Домрачева выиграла 3 золота, причем все в индивидуальных гонках. Такого до нее не добивался никто. После этого Дарья вышла замуж за легендарного норвежца Ули Эйнера Бьёрндалена. Родила дочь и вновь вернулась в большой спорт для того, чтобы стать первой в истории 4-кратной олимпийской чемпионкой по биатлону. Всего Дарья Домрачева увозит из Пхёнчхана 2 медали. Помимо золота в эстафете, она ранее выиграла серебро в масс-старте.